В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Екатерина Апенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Тарифы вырастут почти на 7%. Депутаты обсуждают коммунальные платежи на следующий год. Праздник любителей садов и огородов. 23 июля в России отмечается День дачника. Кто больше всех подтягивается и отжимается? В Сарове прошел очередной этап проекта «Атомный воркаут». Далее расскажем обо всем подробно. Контрольно-счетная палата Сарова проверила итоги прошлогодних строительных работ в парке Зернова и выявила ряд нарушений. В частности, по мнению КСП, в действиях муниципального заказчика есть признаки нарушения закона о защите конкуренции, а именно в двух контрактах признаки дробления закупок. Проверили аудиторы, как начислялись пени подрядчикам за срыв сроков сдачи детской площадки. Выяснилось, что период просрока исчислялся, исходя из количества рабочих дней, тогда как по закону необходимо учитывать календарные дни. Также в отчете контрольно-счетной палаты указано, что часть данных подрядчикам и принятых заказчиком МАФов не соответствует требованиям контракта. С большей частью замечаний муниципальный заказчик согласился и обещал исправить нарушения в ближайшее время. Мы, в принципе, все замечания благодарны контрольно-счетной палате, что КСП, что они поправили нас. То, что заказчику, вернее, исполнителю, все наши письма направлены, и в ближайшее время все будет устранено. По крайней мере, взаимодействие. Да. Эта работа действительно содержала смысл. В очередной раз обсудили депутаты и инициативу администрации об обращении к губернатору с просьбой об установлении предельно максимального индекса роста коммунальных тарифов, превышающего общерегиональный индекс. Так, в области с 1 июля 2020 года тарифы вырастут на 3,8%. Администрация просит поднять индекс роста до 6,9%. Пока к согласованному решению по вопросу народные избранники не пришли. Подробности далее. Сумма в платежках саровчан с 1 июля 2020 года может вырасти на 6,9%. Именно такой максимальный индекс роста просит установить администрация города. Это может произойти из-за увеличения тарифов на водоснабжение на 13% и водоотведение на 11%. Все остальные коммунальные услуги подорожают не более чем на 3,8%. Некоторые депутаты сочли такое повышение слишком большим. Вот я смотрел, что принято предельные индексы по области. Там в ИКСа 3. 4, и мы опять начинаем выделяться. Мне кажется, мы обо всем думаем, мы только не думаем о жителях и особенно о пенсионерах. Тем не менее, такое повышение стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению, по мнению администрации и ресурсных компаний, назрело. Продиктовано оно изношенностью коммунальных систем и необходимостью их модернизации. В основу обоснования роста тарифа ложатся две причины. Инвестиционная программа горводоканала, либо реализация концессионного соглашения, если такое будет принято. Система водоснабжения и водоотведения требует модернизации. Это показывают цифры и инвестиционной программы водоканала, и оценка и предложение по концессионеру. Основной упор идет в систему водоснабжения. Это общий объем инвестиций 925 миллионов рублей с НДСом. Это инвестиционная программа на 7 лет. Из них 550 миллионов идет в систему водоснабжения и 300 идет в водоотведение. С тем, что коммунальные сети нужно модернизировать, депутаты согласны. Но главный вопрос, как нагрузка за исполнение инвестиционной программы ляжет на плечи горожан. В Нижнем Новгороде кубометр холодной воды стоит, по-моему, 13 рублей. У нас сейчас 20. В ближайшем будущем будет 40. Тем не менее, в Нижнем Новгороде не случается ежедневно аварий, целые районы не живут без воды. То есть люди как-то вкладывают деньги в поддержание сети. Некорректно сравнивать Саров с Нижним Новгородом парировали представители концессионера и привели пример стоимости услуг водоотведения и водоснабжения в соседних городах. Самый ближайший к вам город Арзамас. На второе полугодие 2019 года. А стоимость водоснабжения 26,78. При тарифе 24,48 при реализации инвестиционной программы МУПа, если заходит концессионер, то и подписывается концессионное соглашение, то тариф будет, сейчас я вам один момент, точнее 24,30. Соответственно, он ниже. При водоотведении Арзамас 21,76 идет, но у них, соответственно, идет перекос в сторону воды. По водоотведению, да, в Сарове тариф будет выше, чем в Арзамасе. Высказали свои опасения в связи с большим ростом тарифа и представители градообразующего предприятия.
Свои сметы в части гособоронзаказа РФЦНЕФ составляет, исходя из рекомендованных на уровне правительства индексов потребительских цен. Показатели в части теплоэнергии, электроэнергии. Рекомендован индекс 3% на 2020 год. В части услуг горводоканала рекомендовано пользоваться индексом потребительских цен, который в части гособоронзаказа, а это октябрь 2018 года, документ, 3,4%. И все вот эти проценты, которые озвучены, даже разрешенные максимально 6,5%, означают, что РФЦНЕФ получит дополнительный убыток. К общему знаменателю на заседании депутаты не пришли. И тем не менее, предложение по индексу роста для тарифов на следующий год необходимо направить в РСТ до 1 сентября. Эти предложения рассмотрит также глава региона. Решение принять или отклонить просьбу о превышении предельного индекса роста тарифов в Сарове будет приниматься на уровне области. Также отметим, предельный индекс роста – это максимальный шаг повышения тарифа. Реальное повышение может быть и ниже его. В четверг на заседании городской думы глава города представит отчет о своей работе за 2018 год. На нашем канале в Ютубе вы сможете увидеть прямую трансляцию с места событий. Начало в 10 часов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Патриарх Кирилл приедет в Саров. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области, первый представитель Русской Православной Церкви посетит наш город 31 июля. В этот день он осветит Успенский собор, главный храм возрожденной Свято-Успенской Саровской пустыни. Напомним, три года назад, в августе 2016-го, патриарх Кирилл осветил первый камень, который заложили в основании будущего собора. О трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья расскажут по телефону. Горячую линию по этой теме в пятницу 26 июля проведет служба занятости населения региона. Специалисты ведомства расскажут о том, какими правами обладают люди с инвалидностью, что нужно делать, если потенциальный работодатель отказывает в трудоустройстве, какие сегодня в Нижегородской области существуют программы, позволяющие людям с ОВЗ найти работу и многом другом. Звонки будут принимать по номеру 8 831 234 07 18 с 10 утра и до полудня. В субботу, 27 июля, в парке культуры и отдыха имени Зернова пройдет фестиваль «Лето в городе, лето в парке». Праздник стартует в 15 часов на танцевальной площадке, где для горожан откроет свои двери программа «Сок-шоу». В 16 часов на зеленой поляне около танцплощадки пройдет большая интеллектуально-развлекательная игра «Соображариум». Завершится праздник фестивалем красок и пенной дискотекой. Приглашаются все желающие. «Погулял – убери». В Сарове установят специальные контейнеры, куда владельцы собак смогут выкидывать отходы их жизнедеятельности. Новые специально оборудованные урны появятся в ближайшее время на улице Курчатова по инициативе депутата округа Антона Ульянова. Возможно, в будущем его идею подхватят и другие народные избранники, и контейнеры поставят на остальных улицах. Подробности далее. Убирать за своими питомцами и поддерживать чистоту помогут жителям улицы Курчатова. На аллее вдоль дома номер 14 появятся небольшие урны со специальным кармашком для полиэтиленовых пакетов. Собаководы смогут их использовать, чтобы убирать за своими домашними питомцами во время прогулки. Очень многие уже собаководы и в Сарове, и вообще в России, начинают тоже понимать, что домашние животные – это не только радость и счастье в семье и в доме, но это ответственность, и уже стараются убирать. Это все чаще и чаще мы можем видеть на улицах, но мы должны создавать для этого какую-то инфраструктуру. Все конкурсные процедуры по закупке урн уже проведены. Их должны поставить в августе. Но пока вопрос о конкретном месте расположения контейнеров остается открытым. Возможно, установить их в правильную, удобную для всех точку получится не сразу. Вещи все в благоустройстве, они такие экспериментальные, они на практике должны подтверждать свою жизнеспособность. Попробуем, сейчас найдем какую-то точку, куда ее поставим, а дальше будем смотреть, потому что ее можно будет и передвинуть в случае, если это будет не очень удобно и появятся там новые варианты. Через сайт Думы саровчане могут присылать идеи о месте установки урн Антону Ульянову. Часть жителей уже озвучили свои предложения депутату при личной встрече. Это хорошее место, потому что здесь часто я гуляю, например, с собакой. Где? Где-нибудь на углах можно. А вы будете им пользоваться? Да. Да. Вдоль дороги. И на пустыре, где там коробка. Сейчас с управляющими компаниями решается вопрос обслуживания этих урн. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.
23 июля отмечается День дачника. Хотя этот праздник официально не зарегистрирован на государственном уровне, его ждут все любители огородов и садов. Для многих людей дача – это возможность отдохнуть от суеты, подышать свежим воздухом, приобщиться к природе и вырастить экологически чистые овощи и фрукты. О маленьких хитростях и секретах земледелия и садоводства расскажем в следующем репортаже. Светлана Трутнева занялась садоводством 5 лет назад, и на ее участке классический набор дачника – грядки и теплицы с помидорами, перцами, огурцами и луком. Несмотря на то, что лето в этом году погоды особо не балует, урожай Светлану не разочаровал. Женщина уверена, если вкладывать душу в садовые работы, результат всегда будет радовать. Мне все очень радует. Теплица у нас второй год только. Сажаем первый. Все, урожай удался. И помидоры, и огурцы. Помидоры даже есть большие, которые ветки не выдерживают. Пришлось их снять зелеными. Все пышет, вроде все растет. Не только для урожая, но и для души нужна дача, считает Светлана. И украшает свой участок кустовыми цветами. Одних только роз здесь 6 сортов. Есть и редкие растения, которые удивляют соседей. Например, цветок аква. Она у меня уникальная, ни у кого еще не встречала, еще никто не слышал, что за роза. Красивым цветам красивое оформление решили супруги-дачники. И устроили грядки на своем участке в форме солнца. На работу ушло более 2 лет. Переживаю за каждый кустик, за каждый там луковичку. Прям до слез. А так и красиво, конечно, вечером выйти, вот, например. Все горит, все сияет, красота и замечательный интерьер тоже. Еще не закончился дачный сезон, а Светлана уже строит планы на следующий год. Участок украсит черные, голубые, желтые розы, а в саду появится беседка и баня. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Завершился второй этап проекта «Атомный воркаут». Праздник прошел в Сарове в рамках Года здоровья, который госкорпорация «Росатом» объявила в городах атомной отрасли. Сильнейшие спортсмены соревновались в отжимании на брусьях и подтягивании. Победитель этого этапа будет представлять наш город в финале проекта в Глазове. Подробности далее. Турнир проводится в Глазове, Зеленогорске, Новоуральске, Заречном и Сарове. В каждом городе проходит 4 отборочных этапа. В этот раз саровчане соревновались в 2 дисциплинах – подтягивании и отжимании на брусьях. Гостями атомного воркаута стали профессионалы из Москвы – Михаил Китаев, Наталья Малеева и Дмитрий Кузьмин. Всегда хочется привести в Саров ребят, которые действительно профессионалы своего дела, потому что хочется показать, насколько максимально этот вид спорта, а это уже вид спорта, позволяет вот развивать свое тело и действительно получать удовольствие от того, чем ты занимаешься. Спортсмены из команды «Мутант Клан» выступили судьями соревнований. Как расположить корпус, вытянуть руки и сколько может длиться передышка. Жюри объяснило участникам правильную технику выполнения упражнений. Мастера воркаута показали, каких впечатляющих результатов можно добиться, если усердно тренироваться и работать над собой. Участники делились на 2 категории – младшая и старшая. В турнирную таблицу шли результаты спортсменов старше 16 лет. Юные любители воркаута состязались вне зачета. За каждое подтягивание конкурсант получал 2 балла, за каждое отжимание на брусьях – 1. Роман совсем недавно увлекся воркаутом и решил поучаствовать в соревнованиях, чтобы продемонстрировать то, чего достиг. Сегодня пришел на этот стадион, чтобы попробовать себя, посмотреть на результаты и, вообще посмотреть, к чему стремиться. Хотел бы и со временем солнышко научиться делать. И там какие-то флипы. Победителем соревнований стал Олег Сугробов. У всех желающих еще есть шанс проверить свои силы. 11 августа пройдет 3-й этап атомного воркаута. Все победители отправятся на межгородской финал, который состоится в Удмуртском Глазове 7 сентября. Дарья Козина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.